Здравствуйте, Эльнара. В Баку продолжается 43-я сессия Всемирного комитета ЮНЕСКО. В этой сессии принимает участие свыше 2000 представителей из более чем 200 стран. О значимости комитета ЮНЕСКО и текущей работе сессии мы поговорим с генеральным секретарем Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО Эльнуром Султановым. Эльнур Мелим, вам слово. На самом деле комитет всемирного наследия ЮНЕСКО является самым значимым комитетом ЮНЕСКО. В первую очередь хотел напомнить, что Конвенция об охране защиты культурного и природного наследия была принята в 1972 году в ЮНЕСКО. И комитет всемирного наследия, в состав которого входит 21 страна, несет ответственность за включение в список всемирного наследия новых номинаций и несет ответственность в целом за исполнение конвенции. Во-вторых, хотел бы отметить, что значимость этого комитета сессии Баку подтверждается высоким уровнем представленности государств-участников этой конвенции и также постоянным вниманием ведущих мировых СМИ. А я напомню, что сессия продолжит свою работу до 10 июля. Параллельно сессии проводятся 50 мероприятий, среди них выставки разных стран. Это организация туров по Баку и другим регионам Азербайджана. На этом у меня все. Эльнара. Спасибо. На связи со студией из Бакинского конгресс-центра был корреспондент Шамистан Мамедов.